Сегодня в столице Чувашии рыбак провалился под лед около Новосельского пляжа. На пульт оперативно-дежурного республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок от очевидца. Спасатели вытащили пострадавшего из воды и перевезли на станцию. Оказали первую помощь и передали его скорой. Это уже второе чрезвычайное происшествие на воде с начала марта. Выходить на лед уже категорически нельзя, предупреждают спасатели. На большой части Волги открытая вода, тонкий лед остался только в маленьких заливах. Такая же ситуация и на других водоемах. Вода сейчас прогрелась от 0 до 1 градуса. При такой температуре человек может продержаться в ней всего 10-15 минут, а потом теряет сознание. Взрослые люди должны это понимать. Что касается детей, то скоро в школах весенние каникулы. В дни отдыха будет не лишним напомнить ребятам о правилах безопасности и, конечно, не оставлять их без присмотра. Батыревский район. Группа 4 ребенка. Младшему 2 годика, старшему 6 лет. Тоже прогуливаясь по улице, дошли до ручейка. Интересно же посмотреть, кораблики попускать. Двухлетний ребенок подскользнулся, еще снег, грязь падает в эту маленькую речушку. Там воды-то по колено, утонуть невозможно. Однако двухлетний ребенок. Взрослые ребята не то что растерялись, но все-таки не смогли сразу же оказать помощь. Побежали за взрослыми. Пока взрослые пришли, двухлетний ребенок уже в этой маленькой речушке утонул, погиб. Вот поэтому, уважаемые родители, уважаемые взрослые, пожалуйста, обращайте на внимание больше детей. Разговаривайте с ними по мерам безопасности в эти весенние дни рядом с водоемом.